Всем доброе время, меня зовут Казанова Туяна, и в этом ролике я хочу вас познакомить одной из линейки продукции компании MDC. Это витамины и минеральные спреи. Компания работает на рынке с 2014 года. Поставка спреев в России началась 1 июня 2020 года, и теперь у нас есть возможность их заказывать на свой домашний адрес. Друзья, давайте разберем, что это такое, для чего они вообще нужны и с чем их едят. Продукты выпускаются вот в виде аэрозольных баллончиков. В состав каждого спрея включены самые ценные составляющие и скомпонованы в уникальную формулу вида спрея. То есть все ингредиенты, которые входят туда, это вытяжки редких растений и ягод, мощнейшие антиоксиданты, которые внесены в фармакологический реестр лекарственных растений, они скомпонованы таким образом, что они дополняют друг друга синергично. Если даже вы будете их применять в сочетании с своими лекарствами, то они будут усиливать действие ваших лекарств в положительную сторону. Каким образом мы их применяем? Мы их применяем под язык. Это сублингвальный метод. Всасывание веществ происходит мгновенно через стенки сосудов в подъязычной области, поступает в кровеносное русло, минуя ЖКТ и обработку в печени. Сублингвальное поступление веществ превосходит во всех отношениях, чем пероральный прием таблеток и капсул. Капсулы таблетки попадают в ЖКТ, подвергаются действию кислоты желудка, они проходят через транзитные станции, такие как желудок, печень, тонкий кишечник, и они теряют свои лечебные свойства и усвояемость всего лишь 5-20%. Спрей аэрозолей, попадая непосредственно в кровь, имеет самую высокую абсорбцию и всасываются на 98-100%. Частицы размером с ионов, которые в 7000 раз меньше, чем эритроциты, беспрепятственно проникают через мембрану клеток, достигая ядра клеток и ДНК. Мы имеем возможность устранять причину болезни на клеточном уровне. Все витамины и минеральные спреи компании MDC имеют широкий спектр показаний и предназначены для лиц всех возрастных категорий, особенно для детей и людей, которые затрудняются глотать таблетки. И кроме того, необходимо учесть удобство в применении в связи с тем, что его использование не связано с приемом пищи, поскольку нет необходимости запивать или глотать. Вместе с тем, его флакон очень компактный и удобный в хранении и в транспортировке. Защитный колпачок спрея исключает случайные открытия. Вот, да, такой вот колпачок, фиксированный дозатор. Он обеспечивает точную дозировку, потому что мы используем дозирующий клапан флакона. Вот такой он маленький, компактный, удобный, легко помещается в дамскую сумочку, в кармашек или внутренний карман пиджака. Очень удобный, очень красивый, респектабельный, эксклюзивный. Прямо удобно держать в руках. Вот такой вот спрей. Теперь давайте разберем, пробежимся по каждому из спреев компании MDC. Хочу начать со спрея Brain. Вот он, вот такой вот красивый спрей. В переводе с английского brain – это мозг. Туда входят такие витамины, как B3, B6, B12. Это и есть витамины для мозгов. Кроме того, туда входят такие компоненты, как ресвератрол. Ресвератрол – это мощнейший антиоксидант на сегодняшний день. По-другому его называют ген долголетия или противостарения. Его механизм описан и доказан более чем в 2000 научных публикаций и представлен как эффективный и надежный компонент. Действие ресвератрола направлено на замедленный процесс старения, запускает процесс регенерации клеток, омолаживает ткани, связывает свободные радикалы, высокоэффективен при выведении из организма токсинов, оказывает мощную поддержку в сердечно-сосудистой системе и укрепляет иммунитет. В наших спреях ресвератрол присутствует в трех флакончиках. Это в Брейне, в Пике и в Бусте. Итак, давайте продолжим. Кроме этого, в компонент Брейна входят такие компоненты, как женьшень, радиола розовая,
астаксантин и ашваганда. Спрей Brain, он улучшает мозговую деятельность, способствует усилению мозгового кровотока, повышает, улучшает память, концентрацию и внимание, он отлично понижает головные боли, в том числе мигрень, увеличивает уровень глутатиона, это мать антиоксидантов, что способствует в образовании и регенерации нервных клеток, друзья. Глутатион играет важную роль в регуляции иммунных клеток и является сильным нейтрализатором ядовитых веществ. Он отлично помогает в реабилитации после тяжело перенесенных инсультов. И здесь еще, смотрите, друзья, в чем фишка. Когда вы будете применять этот спрей Brain, то вы никогда не познакомитесь с дедушкой Альцгеймер. На сегодняшний день болезнь Альцгеймер считается очень страшной болезнью, потому что это потеря разума. Это очень страшно, когда человек теряет разум. В принципе, мы отличаемся от животных тем, что мы имеем этот разум. И скажите спасибо тем людям, которые дали вам эту ссылку на информационную встречу об этих спреях, потому что действительно не каждому дано будет услышать об этом продукте. Итак, поехали дальше. Спрей Пик. Спрей Пик, он самый насыщенный по составу, он самый вкусный, потому что туда входят ягоды и фрукты, такие как сок мангустина, сок нони, кетоны малины, ягоды годжи, ягоды асаи. Туда входит вытяжка из бархата оленьих рогов. То есть те вещества, которые входят в вытяжку из бархата оленьих рогов, они сравнимы с теми веществами, которые находятся в пуповине при рождении ребенка. То есть, другими словами, это стволовые клетки. Это высший уровень антиоксидации. Этот спрей Пик содержит дневной спектр всех необходимых витаминов. Он повышает иммунитет. Даже на крышке написана адаптогенная формула. Кроме того, спрей Пик, он чистит кровь и лимфу. Друзья, это очень важно. Именно в крови сидят все паразиты, грибки и инфекции. Плюс улучшает общее самочувствие. Для иммунной системы это просто бомба в хорошем смысле этого слова. Препятствует старению организма, опять же, благодаря ресвератролу. Улучшает уровень холестерина и сахара в крови. При высоком давлении, друзья, это спасательный круг. Также он предупреждает выпадение волос, укрепляет волосяные луковицы. И быстрое восстановление организма после каких-то тяжелых операций или заболеваний. Понижает уровень стресса и повышает либидо. Этот спрей Пик можно давать деткам с самого рождения по капельным. Они быстро набирают вес. Можно давать детям, которые вот собираются в школу. Они улучшают концентрацию памяти, внимание и усидчивость. Вот такой вот прекрасный пик. Вот. То есть Brain — это питание для мозгов. Пик — это повышение иммунитета. Дальше давайте возьмем вот такой вот спрей красивенький Boost. Буст – это здоровая энергия для ваших клеток. Он не повышает давление. Этот спрей станет одним из самых любимых из всей серии спреев. Вот. Также он не поднимает пульс. Плюс он обеспечивает организм энергией на клеточном уровне, улучшает обмен веществ, регулирует гормональный уровень в организме. Смотрите, друзья, у каждого второго пошатана гормональная система. Спрей Буст работает со всеми железами внутренней секреции. Это щитовидная железа, паращитовидная, это надпочечники, это железа поджелудочная. У женщин это яичники, у мужчин это железа предстательная. В состав спрея входит зеленый чай, который благотворно влияет на печень. Спрей Буст, он выступает как гепатопротектор, который не только защищает, но и восстанавливает печень. Друзья, это очень сильный продукт. Спрей Буст, он также способствует образованию дополнительных эритроцитов. Особенно это нужно после химиотерапии. Также он оказывает положительное влияние на нервную систему. В состав туда входит зеленый чай, кофейные зерна, витамин В12 и ресвератрол, друзья. Этим все сказано. Дальше.
Shield. Это мой любимый спрей Shield. Он с такой приятной кислинкой. Это просто бомбический спрей. Почему? Потому что данный спрей был разработан специально для ощелачивания организма. Часто мы сами, не задумываясь о последствиях, приводим свой организм к закислению. И в первую очередь неправильным питанием и избытком в нем таких ингредиентов, как сладости во всех видах, сладкие напитки, хлебобулочные изделия, мясо, жиры, кофе, алкоголь, табак. И вот чем опасно закисление? Если кислотность сильно повышается, то происходит ряд неприятных эффектов. Это снижается активность здоровых ферментов, снижается иммунитет. В первую очередь надвигаются простудные заболевания, становятся хрупкими кости. Кальций расходуется организмом для защелачивания. Если взять неоткуда, вынимает из костей. Организм начинает активно задерживать воду и, возможно, повышение количества раковых клеток. При повышенной кислотности организма он начинает забирать натрий из крови и плазмы, он забирает калий из сердечной мышцы, он забирает кальций из костей, зубов, волос, ногтей, он забирает магний из сосудов и нервных проводников. Другого варианта у организма нет. Поэтому спрей Shield поможет вам ощелачить организм буквально за 72 часа при любом состоянии организма. В состав спрея входят растения, обладающие иммуномодулирующим действием, то есть они нормализуют работу иммунитета гипер до нормы, гипо до нормы. Также в состав спрея входит единственный в своем роде японский коралловый кальций в ионизированной формуле. Друзья мои, кальций – это очень тяжело усвояемый продукт. Он практически не усваивается. Он очень сложно усваивается организмом. И здесь у нас кальций в ионной формуле. Он отлично корректирует всю костно-суставную систему. Это артриты, артрозы, остеохондрозы, полиартриты. Вот такой вот замечательный спрей. Кроме того, в него еще входит такой компонент, как хлорофилл. Хлорофилл, хочу сказать, что тоже получил Нобелевскую премию в 1930 году. Доктор Ханс Фишер, он открыл химическую структуру гемоглобина, состав крови, и, к своему удивлению, обнаружил, что практически она идентична к хлорофиллу, то есть формула хлорофилла, она такая же, как у гемоглобина. Поэтому у кого пониженное давление, анемия, не хватает железа, это ваш продукт. Беременным, кормящим матерям, друзья, каждая вторая беременная не донашивает ребенка, она испытывает гипоксию плода, нехватку кислорода. Вот, друзья, Shield. Это просто необыкновенный спрей. Он действительно должен занимать достойное место вот в серии спреев MDC. Я очень его люблю. И для меня, вот лично для меня, он самый вкусненький. Дальше, давайте подойдем к следующему спрею. Это у нас Trim 365. Что самое интересное, именно Trim 365 в Америке имеет больше всех продаж и результатов по похудению. Туда входит гарцини камбоджийская. Она способствует активному сжиганию жировых отложений. Он понижает аппетит, срабатывается сигнал о наполнении желудка и насыщении, что позволяет вам есть маленькими порциями. Вы будете кушать, как птичка. Гормон насыщения блокирует переедание. То есть мы его распыляем непосредственно за час перед едой, можно даже распылить на сам язык, и можно перед сном, именно во сне сжигаются жировые отложения. Он действительно блокирует чувство голода. Я на этом спрее за неделю похудела на 1,5 килограмма, при этом не ограничивая себя ни в чем. То есть я ела все, что обычно ела, но в маленьких порциях. То есть если я раньше съедала полную тарелку супа, то теперь только половинку. Действительно, друзья, я наедаюсь половинки порции, неважно, это суп, это или котлетка там, или там какой-то другой продукт. Я просто ем маленькими порциями. Я действительно наедаюсь. Я не хочу есть больше, чем ела раньше. Вот, плюс он обладает антипаразитарным действием, улучшает тонус кишечника, нормализует стул, нормализует обмен веществ и уровень холестерина. Вот такой вот Trim 365, друзья мои, девочки, это ваш продукт. Вон гарциния камбоджийская.
Вот такой вот спрей. Вот, друзья, мы быстренько пробежались по этим спреям. И в заключение хочу сказать вам древним китайским постулатом, что лучше предупредить заболевание, чем лечить. И если каждый человек, живущий на планете, серьезно будет относиться к своему здоровью, заниматься профилактикой своего организма, принимать нашу продукцию, вести правильный образ жизни, то биологический возраст будет выглядеть на 10-15 лет моложе основного. Друзья, я всем этого вам желаю. Будьте здоровы. Заказывайте продукцию компании MDC, вот эти замечательные вкусные спреи. Они будут вашими помощниками, домашней аптечкой, карманной аптечкой. Вы будете очень рады, и ваши дети, и ваши близкие скажут вам только большое спасибо. До новых встреч. С вами была на связи Казанова Туяна. Пока-пока.